В Северском районе отметили День студента. В фойе Северского дома культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Татьяниному дню. Студенты колледжа культуры устроили живой концерт для своих друзей и всех, кто молод в душе. В перерывах между выступлениями зрители ожидали конкурсы и викторины с вручением подарков от Северского дома культуры. Праздник оставил незабываемые впечатления у студентов. После каждой песни звучали громкие аплодисменты зала.